абзира шумаз хатырызко ахупшцра. Сынтва юапхля аусура яцнацит телехупшат проект апшцара амадза. Харт хымпада хайгурхёйт, ари телехупшат сезон чыцачы дырвегель хайгушара. Сынтва харахчазахшёйт адунейт сахиргырат культура турыхыхнет и цырдырва агазыцра япырцаз ашедеварква, ярубас адунейт сахиргырат пушва зыршьярача щатасы асцаз, аамтаки хацану арчьевцшай рызгу атурыхква шузнагара. Хараз турых шузнахгар цахтаху агазара турчьямтаква, а музейку и галереяку и рухтак на яхлыку и начиданге урц нызылах культура дунейхупшыща щуксыргылу роу. Адыры тарапырцикл анагзара алыршахи, апсны рапхепи, амабилби и мадара, аквафон и аназас, а спонсор цхарара и псураны. Атурых ядыруид ишины и баку стиль к мацырцра капызцез асахи тыхюцра рыхицква. Уизи грейха агроузырго чырпшырст даугар алшуид зихцна унагца икалаг. Куаке Барселона ядысхолас архитектор ду Антонио Гауди. Гауди пшшкар мозаикала и ила арцыруа Барселона зигрейха ихаду, зигрейхаге и хауа сахи тыхви ирчьямтан и алейд. Архитектура агени япитен пшцаралы, оригиналралы, уавихачы агара, уадею объектка. Гауди взиурала рапхля запну Барселоны и цырцы тринкадис хайзышто а техника. Тринкадис а керамикат фрагментку ярубас и уэйпшим апшшкуэ, а рельефку измо, а саркекуэ рыла архитектурат элемент авичару. Зыцбухама технология рапхеза Ахархуразун объект Гуэль и парк Авичаран. Каталония Биомодерн, архитектура Чидерас Яман и Яшуа Шахюка Мапрыцкра. Уй хымпада дукну он Антонио Гауди. Гауди акири апсламзи адзи и рылхны и айцаз, ацемин дыршиши и цирхрана, пшфилы и пшимыз акерамиет пшихаква и пищун. Антонио Гауди и айцу за вечера курзы и хая ирху за материалку и пшауан и рейхис каталония пи акерамика от фабрикаджа. Архитектор ярубас кила сыла садырта он ачисмат от пкянква и хала яла их он уви и итахамаз ачанахква, санква, ашутраква хайкиртке. Антонио мозаика за а материал апшаар яды икалун аусуйца, урца сиритун, а мяду курджи и изыркаларз, и хая ирхуз ажвит чисматуква, а плиткаква, патлыкаква. Ажвакала аарыхра ачынхаква и рылхна уи япитит, яхе уажранзе дунезеге схопшва ашедеварква. Каталония туя модер ахрхарта джаус суа газа цвэрзы, Антонио Гауди мозаика грызцаскуа архитектура тухтаны алей. Уй ахарху раман а фасадкуи, а скульптуракуи рвичараджа, а рымцкуи, а дзыршкуи рабцараджа. Чидалы и лапшахуа проекткуарджа Гауди мозаика рхыя дырхун анхартаку рвичараджа. Тринкадиса идея Гауди каталония туи амадырына джазыгрейха ялкау архитектор и хачы яйт Гуэли парк Аргыларан. Тринкадиса стиль анаюся джира юит адгил бжарат мшина тула кошу покарджа. А совет тулачки а мозаика ялхна а декор а важлара тыпку рвечераза айс хараду а юит. А зубшат тыпку рвечера а монументалду азараджа хазы и гу хархартан и алей. А совет республика курджа. Ярабсынге абас епши аз а мозаика алей вичу а зубшат тыпку цырдзи. А мифология харсахи кузмо акы ейпшим арт-объектква дача амтак яхану баканы алейд. Вообще вопрос остановок очень интересный. Нам предстоит в принципе перспективе обсуждать, что нам с ними делать. И недавно, буквально несколько лет назад, в Италии вышла замечательная книжка, в которой даны все эти остановки бывшего Советского Союза, в рамках которых именно те остановки, которые находятся на территории Абхазии, их более около 40, ну то есть считай, что половина разрушенная, представляет наибольший интерес. И с чем это связано? Вот я бы сказал, что дело в том, что остановки это уже как бы последний
период деятельности Церетели, вот художника, да, его школы, это не все он делал. А ведь до этого, вот, где-то, конец 60-70-х годах, было такое решение как-то облагородить ситуацию вот, Пицунды города, который уже начал функционировать. Там что интересно было, сама Пицунда, когда формировалась вот его генплан, Пасохин и группа архитекторов, которые делали, они же исходили сделать синтез сочетания старого и нового, потому что основной комплекс это был Пицундский храм, здание монастыря и то, что там на территории находились очень много раннехристианских храмов. Вот. И к этому времени относятся раскопки на Пицунском городище. Именно в 50-е годы там была обнаружена пицунская мозаика знаменитая, которая сегодня вывезена, в Грузии находится, у нас там маленькие фрагменты. И вот очень интересный искусствовед Мацулевич писал о том, что вот, ну, то есть описывая, что это там эллинистические корни, орнаменты, он сказал одну очень интересную вещь. Учитывая характер мозаичных полов Пицунды, можно предположить, что они носят очень глубокие корни там, местного уровня, и поэтому он предположил, что в Абхазии вот, к 4 веку, когда вот, время датировки этого храма и мозаичного пола, что была своя школа, вот по мозаикам. Конечно, больше вот археологи не обнаруживали, но он исходил, а он очень такой крутой специалист, он изучал и в Азии, на Востоке, в эллинизме, он сказал, что необычность пицунской мозаики дает предполагать, что она имела свою самобытную внутреннюю школу. Акала кевичера за шамахамзар дешаджера и упыхам шо хархагана и алейт асовет мозаика. Уяла и Мариоб а идеология а эволюции шимя пасу от цара. Асовет мозаика а чьярам ее пысует ежуапи ашишукса аюбетви азбжеза. Уянывшит и выебшим а темаку а коспас ампыцахалара. От цара дыр от фантастика, я пхагылу о медицинной технологии, а на плаквей айхамьякой рыргылывича рфархацара. Урыстыла мозаика сахитых и фролов ихец ядхелу. Владимира Александры Пафролов Москва и Иха и Бзиен дырдыруй. Хатала Ярайо Бахтныкалык метрополитена станция Квахпа Московская автозаводская Новокузнецкая ржа а мозаика панноку асцаз. У яцухтунпи и усунта ахыркшара дачын аблакадай такыз Ленинградача. И яшаны и пстаза аракуйцыт. А революция Аланза Владимир Фролов их зурыстыла зеге яхыджон. У их ату азартаджи и айцон атуладжи и рейхиз амозаикаку. И изиги айвичерату азарату хархора аганахила и уникалту а коллекция. Аха революция ащтель амозаика муцху а религия ядхилубха и рыбхядзей. Традициала уи алакмаз авахуамакваз ларвичез, хатала фролов йоб и бсцебзуро ари азара совет даамтазы я юз айтарджьяра. Москва Ленин и Мавзолей архитектор сиямаз Алексей Шусев фролов юсумтаква рыхдаарадза и харакнейщон. Убриазы алахейкцара в зал хымпада смальтала и вичатубха дуккалан, я гидир адзейн. У я усумтаджа фролов и хая ирхой зигреха, зухтуз и рейхиз апшту царгеква. У янке зны Николай Аюбетви и чейцахез а усумтаку и рызгын. У бринахас а мозаика хархора официалла азин ацан а совет турыстыла ачкин. Когда формировалась Пицунда, я вот был в Москве, и там ученики школы Пасохина как раз делали презентацию Пицунды как сочетание старого и нового. Когда формировались вот эти комплексы, они как реплики мегалитической культуры. Вот там использование было ландшафтный подход, то есть вот набережная, пустота. Это природный подход, это сосны и старины.
И именно к 60-70-м годам, когда были изучены мозаики, решили сделать что-то между старым и новым. И было предложено Церетели и его группе создать какие-то панно. Вот тогда на территории самого комплекса было очень много. Там же не только остановки. До остановок были замечательные панно, на которых отражены мифологические образы. Ведь Церетели, прежде чем их делать, делал этнографическую экспедицию. И делал и по Грузии, и частично по Абхазии делал. Ну, тогда они это воспринимали, что это все как единогрузинское, но в принципе, то есть он вносил элементы туда этнографические, то есть со ссылкой на историческую давность. И в принципе, ну, вот сейчас сказать, что вот я в диком восторге от всех этих мозаичных панно, нет. Но вот в этом комплексе старых, новых современных зданий, старой Пицунды, вот этих мозаик, они, конечно, там очень интересно выглядят. И у Баубаса и Пшагуанагара, а совет Сахи Тыхлючи, архитекторчи, архитектура же мозаика в элементку арабзаразы, а Гуацпахерарыста Испания тве а технология Тринкадисы, ртулахат культура традиция куи роуп и зубзуроха. А мозаика ебш и юцу, а хазара тухка и попсабаратна и пшцены, а совет баамтатве, а монументал ту архитектура, хута кашала Сталин пи амта яценаку архитектура дара яналит. А совет амтазы а мозаика а декор ахаса была ачьяра айоид. Автобус па анчасарта курарзы и черпшны алейт Москва пи а метро а мозаика. И традиция хит амю а чуквачтве а зыпширта тупква рвечера. А газет Гардиан а дай акурчы тема кшейпгыз уезыркай. А совет автобус, а анчасыр тако, вратошаратве аклише пыха и курдзойт хальцис ятана. А журналист Юан за анасып сымана схысып хладзози сара сыбла курыла избас, хатала дары джазши затузыгги и цырбар пейпш алшар альсыму. Раб хладзиргылана уй ярту ажунацаға иу, акы ялым ешу, ахазыра тұржиям тұқа, автобус ту анчасыр тұқа роу. И джушырат пейпш иу, а мозаика ку арта анчасыр тұқа ржи, и цырцит Брежнев ям тұқа раан, автобус пи имадара иласны ачьяра яналага. Иссыр язгум раташаратве аклишекуа, реалла и ацо, атагыла зааща, акырдзе яцухару. Ха алгаага ицейт Канада бе фататыхве Кристофер Хергвик. Пыхет бе совет пыладжа и ны оракуран. Уй убас епши аз агуана гараюит, а совет ту архитекторцы я пырдзыз автобус аанжасыр тако аныйба. Мраташарат пи амасцат информация от Харбхогаква Аргуана Гарала, а совет пыладжа Ирхочуан Арджиарат Хакуитра. Аха совет архитекторца Ирулак Цицалтлртак Пшаны Рфантазия Ахакуитра Арты. Мраташарат пи акультура ж аси пши о анжасартаква зигреха ою илыхны и майва Ахархогат Цакмацара зму Ргыла Куракуа Роуб. А совет пиетгыла ацакыр адгиладжы амшыны и куаджук и наргны газахтве акаршура курынца зихинджеры и упылы и хараку асахер гыр адгяма зму и на монументалту ехи уадула культура азырпшу и уникалту арт объектква. А газет Гардиан, а журналисты Юэйт, зигреха и лапшаху автобус анжасарта кокуп Никита Хрущев и дача Ахгылу Пицунда, амшынайква аджыквача. Аха урсырчыла сылыса аэстетика и ха пыжурагой аанчасыртаква рхархурадзага астам. Убас урта аанчасыртаква руакача аргыламта спираль хасабла ирчейна адгил яхагылу матшазны адзоб. Уй автобус языпшуа ауа дачашуа газагарагашха изгуа портал акушуа и об. Остановки это уже вообще там было, там очень много такого животного орнамента, растительного. Кстати, они были, по сути, не очень функциональны.
но они были интересными. Тогда считалось, что это они являются вот как бы визитной карточкой тоже в город Пицунда. И, между прочим, местные жители, вот там около более 100 подписей собрали, президенту направляли нам о том, чтобы включить их в список объектов культурного наследия. А вот что касается мозаики. Помимо мозаик Церетели, у нас есть мозаичный панно, кстати, вот Араш на набережной. Недавно ее частично реставрировали. Были ремонтно-строительные работы. Есть мозаики советского периода на сухом приборе. Тоже очень интересно. Вот мы смотрели с архитекторами, и надо тоже приложить усилия, чтобы ее сохранить. Проблема в том, что вот эти мозаичные панно, конечно, надо вносить в реестр монументального искусства и как бы историко-культурного наследия. Но прежде чем их вносить, их надо изучить. Мы планировали с Союзом художников сделать такую экспедицию по изучению. Что касается остановок и всех вот этих мозаичных панно, которые и в Пицунде больше сконцентрированы на всей территории Абхазии, конечно, там есть очень авторские работы, которые сам, эскизы, которым делал сам Церетели. А есть некоторые, из его, по его лекалам или что-то, они делали уже, вторично имеют. Поэтому необходима экспертиза, чтобы определить, какие из них именно уникальны, потому что невозможно сегодня сохранить более 40 остановок. Уже около 10 совсем разрушились, даже в Пицунде вот этот осьминог знаменитый, который озеро Энкита, он вообще упал ни с того ни с сего. Вот нам надо продумать, и как это делать, и вот дальше работать с ним. Яхя советун ха хамтас пи архитекторша ласыла сырхы ядырхуй, турых репликак ахасаблам. Уилап джаба ищек сырхо, а капны и об а музей гараж Москва. А музей гараж аще такын юнызг шуксазы. Уяусара хархартас ямуб хамтас пи азарай арджиаре аларджаре. Арахай мне пусует и рейлю, растула пи яраубаса ха нырцве, хамтасве, асахи тыхвича рцурга куцаква, а дуцве, а хучку ирзы, а цара дыры программаква. Гараж юнарбойт хамта за культура ачьяра процесс, архитектура проект чицкуе, а культура тынха фрагменткуе рейлакцара. А дунеяджи и цардыру архитектор Рэм Колхас, а реставрация Зиву Захыбра, яхя музей мацара кахаса влакумко, уй ажют ту рыхагнак, ахутакурачаны и курханы, ихаду акалак блахкыгыртан ируакны алейт. А музей Атриум арбшцой дара интересо а совет мозаика, тагалан пиабыхква, и руктылаку атыпха дазырбшва. Арақ аан кезны и ан ашықс аам тұхқа хөзіктіз ейцірдіруа а ресторан. Хатала Атриумаджы и сышықс сыбжық аапын и тагалын и мепусует чидыла асахи тұхитвей апырдзаз а қазыра шиям тұхқа рцыргықцы. Ажуакала мозаика жанр ахан актуалра арцу. Купшылара гаджи яра языпча заамта яхысна дача архитектура дзбащача ацакчыц аюа и алойты снаги.